Соревнования собрали более 180 участников из 30 регионов России. В командном зачете рязанские юноши стали пятыми. Девушки заняли 6-е место. В составе сборной Рязанской области выступила 14-летняя перворазрядница спортшколы «Юниор» Марина Медведева. В личном турнире по рейтингу номер 27 спортсменка заняла 10-е место, что стало лучшим результатом среди рязанских теннисистов. Победа далась очень трудно. Было очень много человек, которые просто прекрасно играют. Я смогла обыграть человека, который выше меня и по рейтингу, и также по разряду. Вихляева Алина из Ярославля. И также Аверьянова Мария, тоже из Ярославля, тоже рейтингом была выше и кандидатка. Я была психологически лучше, поэтому смогла обыграть. Хотелось бы порадоваться за воспитанницу свою, за Марину, которая в 14-летнем возрасте среди 19-летних заняла 10-е место. Помогло, но я думаю, трудолюбие, настырность, желание победить, плюс большой соревновательный опыт. Потому что почти каждый месяц она совершает турне по России. Выступает в различных городах, не только в Рязанской области, но и в других областях России. Марина говорит, что не случайно выбрала настольный теннис. Пошла по стопам отца. Он тоже занимался этим видом спорта и побеждал на соревнованиях. Марина рассказала, что для того, чтобы одержать победу, нужно всегда иметь положительный настрой. Помогает ей поддержка близких, тренеров, а еще небольшой талисман. Это маленькая ракетка. Мне ее подарила подруга, чтобы я смогла выигрывать первые места. Это было перед региональным соревнованием в Твери. Сейчас у Марины очередная тренировка. Впереди соревнования. Достойно отыграть на первенстве Рязанской области до 16 лет и стать чемпионкой. Мы поздравляем Марину Медведеву с отличным результатом на первенстве ЦФО по настольному теннису и желаем ей новых побед. Олеся Котровская, Григ Лотов, телекомпания «Город».